Astăzi suntem în situația în care primim zero. Сегодня мы находимся в ситуации, в которой получаем ровно 0% от налогов юридических лиц. Нигде в мире мы не встретим подобную ситуацию. Это просто-напросто разрушительно. В этих условиях мы вынуждены просить парламент и правительство найти решение для того, чтобы изменить ситуацию. Более того, по словам Чубана, из-за подобной ситуации муниципалитет вынужден выставлять на аукцион принадлежащую ему собственность. Муниципалитет Кишинев, на моду практик, астаз. Муниципи Кишинев заботится обо всей республике, а муниципи Кишинев мы должны заботиться сами, из того, что остается. Но остается очень мало. Законодательство поменялось в 2015 году, потом в 2016, и сейчас у нас то, что есть. Исполнительный орган, который был до нас, за исключением временного, не сталкивался с подобными финансовыми ситуациями. Мы справляемся, выставляем что-то на аукцион. Иван Чубан отметил, что если выставить на аукцион десятую часть того, что было дано в обход законодательства, можно покрыть половину дефицита бюджета. Кроме того, муниципалитет обратился к правоохранительным органам для того, чтобы посмотреть, на каких условиях город может вернуть земли, выданные незаконно. Стоит отметить, что из почти 6 миллиардов леев бюджетных расходов только 11% или 671 миллион покрывается за счет собственных налоговых доходов муниципалитета. Остальная часть – это отчисления из общих государственных налогов.